Чуть больше недели осталось до празднования 165-й годовщины Хабаровска. Готовность ко дню города и программу праздника обсудили сегодня на заседании организационного комитета. Как будут отмечать юбилейную дату, узнаете из репортажа Яны Ленкевич. День рождения Хабаровска в этом году отметят с размахом, как и положено в юбилей. И хотя традиционного шествия не будет, жителям и гостям Хабаровска скучать не придется. На заседании от комитета мэр Хабаровска заявил, готовность к празднованию 98%. Город Хабаровск готов, он готов по благоустройству. Многие объекты сдаются к дню города. Праздничная программа сформирована. Сегодня мы готовы к празднованию нашего юбилея 165 лет городу Хабаровску. Отмечать юбилей Хабаровска начнут 27 мая. Центральным событием Дня города станет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Он откроется днем на красной линии. Творческие площадки растянутся от улицы Дзержинского до Тургенева. Всего 100 локаций, игровые и фотозоны, мастер-классы. О начале фестиваля объявит духовой оркестр, участник международного фестиваля «Амурские волны». Организаторы уверены, что музыканты помогут собрать больше зрителей. Они всегда с радостью на это согласны. И начинают работать, и это и есть открытие фестиваля. Начиная с обеда, на площади Ленина в течение нескольких часов будут выступать творческие коллективы Дальнего Востока. Впервые на День города пригласили артистов из Дагестана с национальными песнями и танцами. А джаз-группа из Республики Беларусь даст концерт на Комсомольской площади. Также на праздник приедут гости из Китая и КНДР. В день рождения города 31 мая по традиции официальные лица и общественные деятели возложат цветы к памятникам, которые связаны с историей основания Хабаровска. Яна Ленкевич, Вячеслав Бачужный, телеканал «Губерния».